Мы тут решили, что будем сегодня ходить в грязных носках. Юля мастер обрабатывания ран. Юля отжала у меня жилетку. А Юля читер, а Юля читер. Я к тебе не любити бурбосами. Вот что ей. И они тоже смотрят круглыми глазами, типа, где вы взяли такие деньги? Я возьму две, мы две выпьем, две по бокам. Мы явно пошли какой-то неправильной дорогой. Сережа на подругу, с которой он спал. Сережа сегодня вообще геройствует. Понадобилось около часа, чтобы поднять вот эту девушку с кровати. Во-первых, мы договорились. Просыпаемся в 6 часов. Я завела будильник. Нет, я сказал, мы не просыпаемся, а встаем. Вот именно я. А сейчас уже 6:25. По тебе вот уже невнимательно. А ты начал меня будить без 6:26. Без 15. Вот, и все это время я принципиально лежала. Потому что нечего нарушать договоренности. Понял? Все. И не надо это гнать на меня. А тут вообще что-то видно, или ты так снимаешь? Я думаю, что ничего не видно. Ну и не важно. Короче, он реально псих. Где моя расческа, ты не знаешь? Ты должен знать все. Короче, мы тут решили, что будем сегодня ходить в грязных носках. Просто мы вчера слишком засмотрелись в футбола. Да. Вернулись поздно в Альберг. Знаю, и я даже впервые не мылся, не стирался, ничего. Короче, сегодня буду грязный и вонючий вдвойне. Ну, Юля, соответственно, тоже. Вообще-то Юля мылась и так далее. Ну да, Юля плевать на сон пилигримов. Она пошла в душ, там еще кричала на весь Альберг. Зачем-то. Я не кричала. Просто все слышали. Если бы тебя вот так пришли и за ногу трогали. Блин, я это за ногу трогали? Да, я на меня за спину вот тут. Я испугалась. За спину или за ногу? Что-то ваши показания не сходятся. За спину. Как тебе вообще спалось? Ну, я так понял, хорошо. Она даже заюзала вот это одеяло. О, это было классно. О, это было просто. Ну, номер не расческа. У тебя никогда не было расчески. Я ее не видел ни разу, например. То, что у меня плохо расчесаны волосы, это не значит, что у меня ее не было. Юля мастер обрабатывания ран. У меня тут маленькая-маленькая раночка, сделанная тапками, появилась на ноге. Ну вот, попросил перелиться йодом замазать. Это хорошо, что я еще руку подставил, то бы сейчас залили бы пол тут йодом. Как уже оставили следы на одной кровати в альберге. Ой-ой-ой-ой, смотри, что у меня теперь с рукой. Ничего, йод быстро отмывается. Угу, для этой профилактики помазали ногу. Расскажи, от чего? Ну чего? Я же говорю, маленькая ранка от тапочков. Не от кроссовок, не от того, что он ходит, а да, от тапочек. Того, что, да, после всего этого вот в таком хожу, и они почему-то мне здесь образовали ранки. И не только здесь, еще и вот здесь были какие-то мне. Короче, у нас тут кровати странные. Нет, у меня нормальная кровать. У тебя такая же самая. Худеть надо. Просто здесь все это... Хотя у них, кстати, по-моему, похожая конструкция, но неважно. Там везде двухэтажные, у нас какие-то раскладухи. И они очень странно реализованы на каких-то досточках, которые у меня постоянно проваливаются, и я туда вниз падаю. Это нормальная ортопедическая кровать. Да, первый раз такие вижу. Но они работают у них. Я не знаю, как это починить. Боюсь, следующему пилигриму будет сюрприз. Вот так вот, блин. Ладно, пусть сам чинит, ему надо. Ему же спать. Я-то тут поспал. Главное, во сне не проваливался. А ты ночью, да, падал? Что такое? Нет. А утром? Утром. Это уже все происходило утром. Когда лежишь, оно-то нормально. А вот когда сесть, то оно... Да. Сейчас где-то 7:20, мы все-таки вышли. Короче, люди очень уже холодно. Очень холодно, да. Небо такое немножко непонятное. Сейчас местами темное, местами светлое. Вот там прикольно, посмотри, типа сидящий чувак на этом. Мечтающий о кресле. Да. Ну понятно, это фигня. В общем, Юля хочет в бар, опять голодна. Нет, Юля пьет водку. А, выпить вискаря на пасашок. Ну давай глянем, есть ли у них что-нибудь там. Buenos días. Buenos días. Ну, есть вчерашняя тортилья, да?
Будем есть. Все, наконец-то мы позавтракали и выдвинулись в путь. Сегодня мы держим свой путь в село или городок Орнильос дель Камино. Где-то 35 километров. Но на деле всегда оказывается чуть-чуть больше, так что может где-то и 37 получится. А может и меньше, не знаю. В общем, по плану дофига нам сегодня идти. Посмотрим, какая будет погода, способствует ли она будет этому. Кстати, в жару мы ходим быстрее. Буэн Камино. В хорошую погоду расслабляемся очень сильно. Пока что у нас такой возможности нет, надо идти быстро, холодно очень. Юля отжала у меня жилетку. Она сверху. И делает вид, что это нормально. Да, внизу. Ну, мое все теплое внизу, это правда. Тем более тебе и так тепло. Юля читер, а Юля читер. Она сокращает дорогу. Вот мы и подошли к аэропорту Бургаса. Юля говорит, что ей все равно, она безразлична к самолетикам. Если я лечу на нем, я не безразлична, какого он качества. Так как разница, ну летают самолетики, ну что? Мы находимся в пригороде Бургаса. Здесь очень такая приятная дорожка вдоль автострады шумной, по которой ездят дальнобойщики. И нам так еще идти довольно долго. Я так понимаю, что нормальная дорожка Камино начнется уже только после Бургаса. Ну и мы уже немножко согрелись. Да, мне даже немножко жарковато. Море зелене, тихий день догора, дороги ми для мене стали схили Дніпра, без колишуться віти леханих мрій, як тебе не любити, діви мій, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Бургосе мій? Ой, стой. В очі дивлюсь кохані, да? Серце тлю. Хай покаже кохані, як я сильно люблю. Вечорів Оксани. Ні. Де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? Де колишуся віти закоханих мрій? Як тебе не любити, Києве мій? Кстати, мы совсем забыли вам сказать, что уже 5 километров назад мы преодолели третью сотню своего пути. Так что теперь у нас уже 305 километров. Идет полет нормально. Почти треть пути. Поменять Юлину 500-ку – это реальная проблема. Мы уже ходим по банкам, и они тоже смотрят круглыми глазами, типа, где вы взяли такие деньги? Не, мы не сможем поменять, вы что? Не, ну я так понял, они вообще этим не занимаются. Говорят, попробуйте в центральном банке, в центре там и так далее. То есть чувствую, что Юля повезет назад свои эти 500-очку. Но зато мы уже зашли в аптеку, купили бинт, купили пластырь, купили еще кое-что для Юли. Все для Юли. Наконец-то мы нашли
нашли большой супермаркет, уточнили на кассе, есть ли у них сдача с этой купюры. Они сказали, да, есть, купите, что там. Было такое, мы когда спрашиваем покупки, а потом типа показали, что если вы купите, то да. Я вот думаю взять, например, вот какое-нибудь копытце такое. Кидай, сидишь такой на привале. Да, было бы круто. О, мы можем касс взять, хочешь касс? Да. Да, уточнили, они сказали, да, можете купить что-нибудь, и мы вам дадим сдачу. Ура! Юля сейчас будет при деньгах. Вот как? Ой, давай я сделаю реально что-то. Да как ты будет нести? Ты? У меня нету места. Ну не я же понесу в конце-то конце. Ну давай, смотри, как это идешь. Тут, кстати, смотри, как это. Каждый, получается, по 37 копеек, да? Да, или давай по 43. Возьмем. Мы сейчас две да возьмем. Да не, ну слушай, не. Я ну, тоже две возьму. Тащить некуда. Ну я возьму две, мы две выпьем, две по бокам. Давай. По каким бокам? Ну пожалуйста. Оно будет, оно нагреется, он будет уже невкусный. Пожалуйста. Ну пожалуйста, подумай, это вообще как это экономно. Сегодня не нагреется, сегодня холодно, будем сегодня кассом одним питаться. Давай, пожалуйста. Я писать хочу. Я тоже уже. Итак, вот наш улов в супермаркете. Помидорчики черри, гуакамоль. Что это такое вообще? Авокадо. Авокадо, яблочки, хлеб, раз, грибы для Юли. И туфтельки какие-то для меня. Наконец-то мы справились с этим квестом непростым. Поменяли Юлины деньги. С покупочками из супермаркета идем. Тут, конечно, блин, если бы такие супермаркеты были у нас каждый день, на 7 почти евро. Куча жратвы и выбор огромный. То есть можно каждый день что-то новенькое кушать. Но, к сожалению, обычно у нас такого выбора нет. Но, благо, мы свои дела поделали. А, ну еще мне надо, наверное, деньги из банкомата снять. Наконец-то мы вышли к знакам и желтым стрелкам, а то мы как-то совсем уже заскучали за ними в Бургасе. Теперь хоть есть понимание, что мы идем правильно. Наконец-то появились пилигримы. Да, еще появились пилигримы, потому что как-то да, они возле аэропорта нас обогнали и пропали. Мы явно пошли какой-то неправильной дорогой, но ничего. Вот такие пилигримы теперь уже начинаются с Бургаса. Целые толпы школьников, чистеньких и шумных. Наконец-то добрались до старой части города. Здесь, конечно, реально красиво, симпатично. Тюля даже изъявила желание здесь остаться, но, к сожалению, это не входит в наши планы. Ему плевать. Мы остановимся в Лионе, это чуть будет подальше, конечно. Не можем мы останавливаться во всех крупных городах, нужно идти дальше. Сережину подругу, с которой он спал. Да, только что встретили. Она была крайне рада его увидеть, но он прошел мимо и сделал вид, что ничего не было. Ничего подобного, я помахал ей ручкой и сказал и все, привет. Адьос! Привет, я сказал. А потом адьос. Нет, адьос я не говорил. В общем, девушка была в шоке. Для нее это было неожиданность. Да, а погода, как вы видите, наладилась. Смотрите, какое небо прекрасное. Присесть. Сережа сегодня вообще герой стоит. Он таскает всю еду и вообще все-все-все. Да, и все-все-все. Все-все-все. Там столько всего в рюкзаке на самом деле. Да, я знаю. Вот, оно большое, объемное. Но я и думаю, тяжелое. Что жизнь Марины не казалась, нужно еще его курточку ему уже вернуть. Правильно? Поддерживаете меня? Thank you.
Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!